Хотілося б згадати про те, що вдова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія дала перше інтерв'ю після смерті чоловіка журналісту з видання «Тайм», і де сказала війну в Україні війною Путіна, а не росіян, та вказала, що Україна не хоче шукати антивоєнних росіян. Ваша оцінка цим першим таким публічним заявам в ЗМІ після смерті самого Навального? І якщо ми говоримо про позицію Юлії, наскільки вона зараз сформована як політика? Тому що ми з вами згадували, що після смерті Олексія, ну, вона перейшла в таку політичну категорію. І що зараз з нею, як з політиком? Ну, знаете, говоря откровенно, для политика, который собирается работать на внутреннюю аудиторию, на российскую аудиторию и понравиться российскому избирателю, это заявление нормальное, но бессмысленное, да, потому что ну, нет никаких избирателей внутри России. Но само по себе, конечно, заявление меня это несколько расстроило. Пока, наверное... Хотя, что я там говорю, рано критиковать? Да можно критиковать, конечно. То, что вина россиян в агрессии против Украины есть, мне кажется, в этом не приходится сомневаться. Это не Путин сейчас в окопах стреляет в украинцев. Это не Путин с экранов телевизоров вообще стозевной, тысячезевной ордой орёт «убей их» и призывает к ядерным ударам. Слишком много людей в этом задействовано. Слушайте, это и силовики самые разнообразные, и пропагандисты самые разнообразные, и связанный с ним бизнес. Люди, которые боятся, люди, которые правда так думают. Ну, слушайте, если всех посчитать, ну, это будет едва ли не половина страны, которые так думают или так говорят. И мне кажется, снимать вину с россиян несправедливо. Ну, та на запитання журналіста, чи хоче Навальна співпрацювати з Україною, вона сказала, що їй складно відповісти, адже все залежить не лише від неї. Ну, які складності цієї відповіді? Розтлумачте нам, пані Олю. Я дуже сподіваюся, що новые политики Юлия Навальная, которая стала символом объединения. Она, конечно, не червонец, чтобы всем нравится. Но, тем не менее, возможно, непопулярно сейчас среди россиян целиком и полностью поддерживать Украину. Даже среди тех россиян, которые антивоенные. Возможно, это так. Возможно, наступила у всех какая-то усталость. Возможно. Но это неправильно. Это неправильно, потому что есть какие-то вещи, на которых, мне кажется, люди должны просто оставаться. Просто оставаться. Если ты представляешь, по паспорту представляешь, по рождению представляешь страну агрессора, то сейчас у тебя... поведение может быть только одно – полная поддержка Украины всеми силами. Даже если у тебя есть сил больше нет, надо напрягаться и прибавлять. Хвилинку у нас залишається. На сам кінець журналісти BBC зробили дослідження, з'ясували, що загарбники, яких завербували у в'язницях Міноборони Російської Федерації, гинуть на війні в Україні швидше, ніж в'язні, які брали участь в бойових діях у складі ПВК «Вагнер». Зараз, пані Ольго, які масштаби все-таки вербування ув'язнених в російських тюрмах на війну? Хвилина у нас. Ви знаєте, Пригожин Вагнер забрав з собою 50 тисяч чоловік. С тех пор, когда пришла в другая инстанция Министерства обороны с 1 февраля 2023 года в тюрьмы, они забрали порядка 100 тысяч человек, но это посчитать очень трудно, потому что Министерство обороны держит это в тайне. Плюс ко всему забираются женщины. Значит, по-прежнему вербуются очень охотно заключенные и... Дело в том, что их подстегивают слухи о мобилизации. Они понимают, что если они сейчас не ухватятся за контракт, за деньги, то потом их возьмут насильно. И берут всех подряд. Я прочитала законопроект украинский о мобилизации заключенных и обнаружила, конечно, по сравнению с Россией, огромную разницу. Огромную. Все-таки Украина не будет мобилизовывать убийц, например,
А в России делаются на них ставки. И по-прежнему сейчас на убийц делается самая большая ставка. Это, сказать, такое преимущество для тех, кто совершил убийство.